это Сахалинский марафон международного уровня имени Фархудинова. Наш филиал уже 9 лет является спонсором этого замечательного мероприятия. Я полагаю, мы будем продолжать это начинание. На протяжении вот этих 9 лет, что мы с вами сотрудничаем, более надежного, более качественного, серьезного и доброго друга в вашем лице, ну, тяжело пожелать, потому что действительно всегда откликайтесь на все наши просьбы, всегда подставляйте плечо поддержки, когда необходимо. Всегда участвуйте в наших спортивных мероприятиях, поэтому, честно говоря, огромное спасибо. Международный Сахалинский лыжный марафон, посвященный памяти Игоря Павловича Фархудинова, объявляется открытым! Гонка это у меня уже третий 50 километров, и до этого 3 марафона по 30 километров. Гонка, конечно, была сложная, особенно тот морской участок. Он весь занесен был снегом, ледяной покров и огромные сугробы. После прохождения марафона получаешь массу положительных эмоций, заряда, драйва. Так что все супер. Впечатление. Незабываемо, в первую очередь, победил самого себя. Это в первую очередь победа над собой.